Тем для дискуссии, конечно же, очень много. С Александром Григорьевичем мы активно работаем последние 20 лет. За эти годы в разных ситуациях мы всегда сохраняли приверженность нашим ценностям, добру, достоинству, честности в отношениях и нацеленности на результат. И думаю, что вот те доверительные отношения между руководителями наших стран, они, естественно, дают импульс всем другим государственным служащим, что они также должны между собой общаться, работать, дружить и работать на благо своих стран и на благо укрепления дружеских отношений между нашими странами. А то, что это отношения дружеские, думаю, что вот сегодняшний день наглядно демонстрирует. Я еще раз, Александр Григорьевич, с благодарностью хочу сказать, что ваш визит воспринимаю. Это знак дружбы, знак уважения. Мы в предыдущие годы совершили несколько взаимных визитов, и официальных, и рабочих. Но государственный визит, он и по форме, и по содержанию всегда отличается. И рад вас приветствовать, и желаю вам и дружественному, братскому народу Беларуси новых успехов и побед. Спасибо.